Магистранты Академии госуправления собираются отметить день первого президента сразу в 6 мировых столицах. Будущие дипломированные управленцы расскажут об инициативах главы государства своим коллегам из Парижа, Братиславы, Анкары, Москвы, Бишкека и Вены. О том, как казахстанские студенты готовятся к большому празднику, расскажет наш корреспондент Артем Истомин. В Турецкой академии правосудия сегодня не совсем обычная лекция. Магистранты из Астаны презентуют своим коллегам ключевые инициативы Нурсултана Назарбаева. Стратегию «Казахстан-2050», программу «Нурлыжол» и, конечно, план нации. Они приехали сюда на зарубежную стажировку, но накануне большого праздника просто не могли остаться в стороне. Наши магистранты отмечают День первого президента вот таким необычным способом. И я считаю, что это очень правильно. В копилке Казахстана сегодня множество важных документов, которые могут быть интересны нашим зарубежным партнерам. А это старейшая в мире Венская дипломатическая академия, которая готовит специалистов самого высокого уровня. Сегодня здесь в числе слушателей и магистранты из Казахстана. Говорят, что если раньше о нашей республике в Европе мало кто знал, то сегодня Астана и Казахстан уже на слуху. Да, несомненно, Казахстан стал узнаваемым на глобальном и региональном уровнях. И необходимо отметить, что данный факт является прямым отражением проводимой политикой нашего главы государства. Австрийским дипломатам магистранты решили более детально рассказать о выступлении президента на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Выбор был очень удачным. Иностранцы с большим вниманием выслушали все 5 инициатив Назарбаева, особо отметив предложение о создании единой мировой сети по противодействию терроризму. Казахстан — это достаточно известная страна. Вы были председателями в ОБСЕ, впереди выставка Экспо. Мы постоянно слышим какие-то новые глобальные инициативы именно от Казахстана, и я надеюсь на долгосрочное сотрудничество наших стран. Подобные имиджевые акции Академия государственного управления проводит ежегодно. Годно накануне дня первого президента. К этому празднику здесь приурочили целый месячник. Главная цель, которую ставят перед собой магистранты, рассказать иностранцам о нашей стране и о той политике, которую проводит глава государства. Артем Истомин, Ержан Жунис, Фил Моран и Седат Денли, 24 KZ, Анкара, Вена.